Приветствую вас и то, что с вами происходит, я бы разделил условно на несколько родовых категорий, которые могли сами по себе привести к тому, что у вас сейчас происходит. Первая категория – это изменение вашего отношения к мужчине. Ну, то есть, была любовь ранее, была страсть, была эйфория, были чувства, были эмоции. Но сейчас, особенно если вы оба занятые люди, то есть либо работаете, либо учитесь, очень часто и то, и другое, то постепенно эмоции проходят. И то, что раньше работало для двоих, то есть страсть, эмоциональность, романтика, тепло, да, работа. То, что раньше работало для двоих, теперь уже не работает, потому что, ну, ничто не вечно, и отношения, чувства тоже трансформируются. Если эмоции улеглись у вас, то обычно в этой ситуации люди другим начинают друг друга связывать. Это взаимоуважение, понимание, поддержка. Это умение поступать. Это поиск компромиссов. Это спокойствие. Некая душевность с человеком. Ведь он для вас, ваш любимый, он для вас самый близкий. И вам теперь при желании нужно в большей степени уделять внимание таким важным аспектам жизни, как совместный интерес, совместные занятия, совместное времяпровождение, больше разговаривать на отвлеченные темы, то есть открывать себя другом не только как мужчина и женщина, не только как субъектов личных отношений, но и как личности, как партнеров по тому или иному делу, по скажем, увлечению или хобби. Если этого не делать, хотя бы вам, то отношения ваши будут угасать. Самое главное, что в этом контексте, в этом разрезе нужно сказать, это то, что обязательно разговаривать. Диалог как первичное, единственное, ну, не первичное, конечно, но самое важное средство обмена информацией и взаимодействия поможет вам ничего друг от друга не тащить. Делиться друг другом изменяющимися переживаниями внутри вас в режиме практически реального времени позволит вам постоянно друг друга чувствовать, друг друга чувствовать и ощущать настроение и состояние каждого. Это поможет не потерять близость даже при таком изменении ваших чувств. Все это довольно-таки непросто, это можно даже назвать работой, но без этого отношений крепких, долгосрочных не построишь. Следующий аспект, который мне хотелось бы вам сказать, раскрыть, это аспект восприятия.
вашего любимого в разных ипостасях. То есть, если вы раньше видели в нем мужчину, восхищались им как мужчиной, хотели его как мужчину, то сейчас у вас наблюдается охлаждение. Вы говорите, что вот можете представить себе, что вы без него. То есть у вас больше степени привычек. А привычка всегда чем-то обусловлена. Она обусловлена потребностями. И эти потребности, как вы понимаете, не имеют ничего общего с отношениями личными. Поскольку на личном, так как раз таки у вас к нему пустота и холодность. Соответственно, нужно понять, какие потребности вы с ним удовлетворяете с помощью вот этих вот привычек. И их, эти потребности, предметить в обход вашего молодого человека так, чтобы в этом от него не зависеть. И тогда вы будете свободны, ваше поведение относительно него будет непринуждённым, и вы сможете четко для себя решить, вот вы хотите быть с ним или нет. Для этого необходимо заняться немножечко самопознанием, понять, чего вы хотите, как вы реализуете то, чего вы хотите с помощью молодого человека. Не всегда это происходит осознанно, не всегда это происходит прям вот в сознании. Многие вещи формировались постепенно и уже воспринимаются как что-то само собой разумеющееся, но именно это и организует привычку. Привычка, которая мешает отказаться от уже нелюбимого возможного человека. И последний аспект, который мне хотелось бы вам пояснить, это аспект в большей степени возрастной. Когда вы начали встречаться, вы, не побоюсь этого слова, были еще детьми. Правда, ну вы, наверное, точно. Вы были в большей степени ребенком. Сейчас, за, казалось бы, небольшой срок, тем не менее, ваши и интересы, и ценности, и стремления, и идеалы, жизненные ориентиры поменялись. Они поменялись и стали другими. Из-за этого, из-за того, что они стали другими, вы сейчас уже не можете воспринимать своего молодого человека так же, как раньше. Вы изменились, а он, вероятно, нет. Из-за этого произошел диссонанс, и вы перестали воспринимать его так, как раньше. В этом нет ничего удивительного, нет ничего плохого, нет ничего странного и аномального. Необходимо принять, во-первых, себя, такую, какая вы есть. Принять свои цели и подумать здраво и беспристрастно. Можете ли вы найти место в себе настоящее для молодого человека? Место в своих ценностях, своих ориентирах, своих взглядах, своих стремлениях. Если нет, то будьте с ним честны и скажите, что эту главу своей жизни вы хотели бы завершить. Это для него было бы справедливо. Это как по отношению к нему было бы честно. И во имя тех дней, того времени, что вы провели с ним вместе. А если вы чувствуете, что можете найти ему место в своей настоящей системе ценностей, то постарайтесь это место найти и дать мужчине понять, где оно, и позволить ему там развернуться и проявить себя. Но действовать нужно исключительно руководствуясь своими внутренними ощущениями. Если делать вы этого не будете, то рискуете быть несчастным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.